Приветик, не спящие, все остальные любители. Вот этого вот. Не буду говорить, чего. Итак, на какой сложности мы играем? Для тех, кто в танке, объясню. Ни разу не трогал эту серию игр. И JRPG я, честно скажу, не люблю. Не нравятся они мне. Но гран-блю так гран-блю, как бы. Почему бы и нет? Релинк. Вот то, что на загрузке утроба, значки загрузки, вернее, место значка загрузки, это, конечно, охренеть как круто. А? Все в порядке. Так. Что-то горит. Давай, звезды ждут. Не стоит заставлять их ждать. Нам стоит поторопиться. Ну. Сильнее ваша команда, что там со штормом связанное? Они смогут справиться без вас. Началось шанс встретить девочку по имени Лирия. Теперь в этой истории открылась новая глава. Есть что сказать? Напишем первую страницу. Чего? Кек. Громковато маленько. На близко. Наверное. Почти на месте, капитан. А капитан я, да. Я ведь я. Можно выбрать. Бабу. Джита. Похер. Йес. Йес, как говорят. Всякие там японцы. У нее рот порвался только что. Если не ошибаюсь, по гран-блюшке я смотрел какую-то анимеху, и мне не понравилось. Зигагранде. На шаг ближе к завершению нашего путешествия. Это круто, конечно, что мы ближе к цели и все такое. Но мне казалось, что наше приключение никогда не закончится. Мне так нравилось путешествовать. Вот бы было здорово, если бы это никогда не закончилось. Вот бы было здорово, если бы кто-нибудь писал строчки диалогов, которые, сука, не повторяются. Мне интересно геймплей попробовать. Так, мы умеем ходить. У нас есть трусы-шорты. Что ж, наверное, жаль. Ну, хорошо, что они вообще есть. Хотя, наверное, тоже жаль. Не уверен. Так, мы умеем ходить пешком. Мы умеем крутиться на месте. Прям Dark Souls какой-то, кстати. Она очень резко дергается. И она умеет бегать. Тоже плюс. Бегать она, центровать выглядит камеру. Она умеет еще и прыгать, дабл джампы отсутствуют.
Драться она пока что не умеет. Умеет быстро бегать на одной из самых неудобных кнопок на геймпаде, на левый стик. А у тебя есть трусы? Ой, ты вообще какие-то прозрачные. Не видно. Эй! Кстати, мне интересно, чем все занимаются. Нет, мне интересно посмотреть на трусы. Да блин. Не видно, она походу без них. Это, кстати, лимит. Это тоже рот себе умеет рвать. Да, это лимит, и очень сложно подобраться к заветным труханам. Ну, одно из двух. Одно из двух. Вот просто по идее, да? Вот сюда подойдем. Вот сюда вот так вот для сравнения, да? В принципе, они одного роста. Она чуть-чуть выше. Джита, в смысле. И в принципе... Ну, она, кстати, еще на каблуках небольших, но тем не менее. И вроде как юбки у них одинаковой длины. И то, что... У Джиты как бы видно трусы-шорты, а у нее их вообще нет, не видно их. Ни шортов, ни трусов, это скорее всего означает, что их вообще нет. Так что не уверен. Пока что какой-то такой квантовый плюсик, который может быть и не плюсик. Не хочу с вами разговаривать. Можно я просто пойду... чем-нибудь заниматься? Ух. Блин, вот бы поиграть в анимешный симулятор такого корабля, а? Принесите, как было бы круто. Вот не просто у тебя там команда, да, какие-нибудь тупые кооперативы, да, вот это вот все. Нет. Вот тебе дают вот этот шип, и ты можешь его кастомазить, все такое. И открытый мир трехмерный. Красота, красота. Что-то вроде симулятора дальнобойщика. Ну, скорее даже ближе что-то к X3. Было бы здорово. Но, увы, увы, такие игры делаются очень редко. В последнее время вообще не делаются. Что у тебя с настроением сегодня? Ты что, счастливые трусы надел? Это все из-за этого нового воздушного дома, видимо, из-за корабля. Напоминает мне о молодости, когда я влюбился в небеса снова. Но можешь не переживать, я присмотрю за горизонтом. Если кто-то появится, ты узнаешь об этом первый. Думаешь, на монстров наткнемся? Это хорошо, что у тебя орлиный глаз, Евген. Именно поэтому я всегда жару морковь. Почему тебе не сходить проверить остальных? Потому что я не хочу проверять остальных. К счастью, она очень высоко прыгает, но не может выпрыгнуть с корабля. Что ж, жаль. Что скажете мне вы? Каталина? Что такое Лия? Что ты обо всем этом думаешь? Я имею в виду... воздушные владения. Стена, может быть? Конец воздушных владений. Может быть, там стена? Если она там есть, то она довольно-таки высокая. Теперь, когда ты об этом упомянула, и об этом никогда не задумывалась. А можно кое-что спросить? Как ты думаешь, что находится в конце мира? Выясним, когда доберемся до туда.
Я так и знал, что ты скажешь что-то подобное. Не знал. С другой стороны, у нас есть две вещи, которые нас ждут там. Во-первых, Эсталуция. Остров астралов. Второй твой пап... Второй... Это твой батя. Да. Ой, мне так неинтересно. Интересно, какие приключения ждут нас следующими. Ну так, давай просто подождем и посмотрим сами. Сука, эти анимешные диалоги. Причем внимание даже лучше. Ой, мне так нравится, когда ветер мне волосы раздувает. Да, это немножко веет ностальгией. Ой, а вы чё, уже были на таком судне раньше? Ой, дорогуша. Теперь не получится скрывать этот секрет. Чё ты никогда не говоришь напрямую? Потому что у тебя нет фильтра. Может, поймешь, когда вырастешь. Заткнись. Я же тебе много раз говорила, хватит обращаться со мной как с ребенком. Она права, Ракам. Ракам. Йо, взрослая, софистикейтед, удовлетворенная женщина. Два против одного, нечестно. Я рассчитываю на тебя, Йо или Ло. Моя магия становится сильнее с каждым днем. Потрясающая команда. Старикан, баба, две маленьких девочки, баба-воин, баба-маг. Куда я попал вообще? Надеюсь, на острове есть отель. Любовный? Я тоже на это надеюсь. Монстр на подходе. Опа! Наконец-то баталия! Зад! Ура! Мне драться, драться! А как драться? Как драться? Не. Пауэрайз. Ага, понял. Тот же на что? Так, я знаю, как бить. Через Y комбо делаю с уникальной атаки. Додж на РТ. Это додж? Это додж? Это додж? Это додж? Это додж? Что? Что, бессмертная? Даже у меня кварт есть. Что? Coming danger. Когда край светится красным. ЛБ блокировать. Кварт брейк. А! Я же прожал. Супер неудобно, кстати. Чтоб вы знали. РТ задоджить. Нажимаю додж. Ага. Кошмар. Это так супер неудобно. Прям мега неудобно. Но она умерла наконец. Наконец-то сможем пробиться до Лирии. А ее то есть... Она там просто все это время стояла в углу. Какая ей разница? С ней так все норм. Вроде. Давай руку. Подержу тебя за ручку. А то без меня, что лишь, не справишься. А. Дитя огня. Имя тебе Бахамут.
Ой, ладно, хоть не бахил. Знатно зарядил. Почему они всегда этой херней не пользуются, интересно? Ну вот теперь-то мы показали этим ублюдкам. С нами лучше не, не шутить. Не сутить. Не сутить. Мы справились. Ой. Не справились. Сейчас на ней появляется живая одежда, да? Нет. Ой. Бахилу плохо. Что с тобой? Ну вот, теперь Бахил будет драться с вами. Это тот самый момент, когда выходишь из больницы и забываешь снять Бахилу, и как дебил идешь по улице в пакете. Теперь пакет тебе мстит. Хотя и не факт. Лирия, что происходит? Сама не уверена. Бахаму, что не так? Он обиделся, наверное. Его призвали на такую шушуру. Могли бы сами справиться. Бахамут сломал все бункеры. Бункеры. Спрашивайте меня, что это такое. Фига себе. Прикольно. Мне бафнули деф, кстати. Ля-ля-ля-ля-ля. Он мне корабль ломает. Справьте эту. Ему нужен какой-то там какая-то ему, в общем, микстурка нужна, чтобы успокоиться. Какой-то феромон. Да блин, можно здесь стоять и ничего мне не сделает. Ну и убьет нахрен. Чё? Почему? А, надо держать. Ну, слушайте, справедливости ради, геймплей пока что интересный. Более-менее. Не надо меня жрать. Не попал, не попал. Тут тоже магические круги есть, да? Да? О, Final Fantasy, я тебя вижу. От меня не скроешься. Мать! Спасите! Помогите! Придется сдаться. Нет, не сдаваться. Должен быть способ не сдаваться. Давай. Мы еще, говорит, не потонули. Я зато почти не потонул тут. Зря я сложный выбрал. Хотя, с другой стороны, я во сколько новых игр не пробовал, берешь нормал и все супер легко. Ну реально супер легко. Ты просто не в игру играешь, а
кино какое-то смотришь, там, где надо кнопки иногда нажимать, чтобы не умереть. Никакого челленджа, ровно как интереса. На харде хотя бы хоть какие-то зачатки. Что-то более-менее интересное. Есть не иллюзорный риск реально всраться, причем на... из-за самого себя. О нет. Даме. Этот удар был критичным. О, черт. А что делать-то? Держите за что-нибудь. Нам всем хана. Так, дракоша. Тоби хана. Не, вообще не пробивается. Ему как будто вообще похер абсолютно. Сработало. Блин, почему нельзя дракона не пленить и заставить подружиться с ним, чтобы он сам на себя работал? Ну, кормить ему там пару овец. Или чего он там хочет. Так, засосала в себя дракона. Теперь все в порядке. Да, лучше не бывает. Шиш! Действительно, не о чем беспокоиться. Ой. Фига. А, нет. А, да. Нас поймал дракоша. Только зубной пастой не сри. Говорит, назад. В смысле, назад. Нет бы веревку бросить. Вот, вот вы твари, а. Блин, у них реально там бардак происходил. Ну, посмотри вокруг. Найди там доску какую-нибудь оторванную, там веревку какую-нибудь. Блин, в конце концов, сам слезь, ногу дай. Капец, конечно, они ублюдки. Западный фронтир. Потрясающе. А? Голос Лирии раздавался в темноте эхом. Был знакомым, болезненно знакомым. В день, почти так же, как в день, когда мы встретились. Прежде чем началось длинное путешествие. Я едва использовала свой меч, пыталась защитить Лирию от Империи. Вот мы еще рассказали, кто это вообще все. Ну, что сказать по графонию? Ты спасла меня, Джита. Теперь моя очередь. Возьми мою силу. Я тебя проведу. Пусть она станет твоей. Я знаю, ты справишься с Джита. В общем, по графонию. В принципе, в целом. Все. Окей. Наши жизни связаны. Не верю, как, но Лирия отдала мне половину своей жизненной силы, чтобы спасти. Ее дар подтолкнул меня заняться своим собственным квестом, целью всей жизни или что-то того. Какое-то место в небесах, где мечты сбываются. Найти, видимо, хочет его.
Мы продолжили поиски, но однажды мы его нашли. И почувствовали связь между нами. Где я? С графоном все в целом хорошо, но до уровня Геншина условного. Не дотягивает. Глаза странные. Разрешение 2К, и они... Просто посмотрите на текстуры глаз, они мыльные. Они, вашу мать, мыльные на крупных планах. Это как вообще? Это пипец же. Анимации лицевые тоже трындец. Они рты себе рвут буквально. Открывай глаза. Я сказал, просыпайся. В остальном, вроде как норм. Но я слышу, как напрягается мой компьютер, и... Судя по тому, что я вижу, так быть не должно. Текстуры ног и тени какие-то странные. Как бы... Ладно, на задних планах, когда глаз не видно. Мыльные текстуры, похер абсолютно, их не видно вот отсюда. Вот, их не видно. Мыльные они там, не мыльные, похер вообще, незаметно. Но когда у тебя крупный план... Когда у тебя катсцена, и тебе показывают ее глаза мыльные. Сейчас вот не видно, кстати, сейчас они еще более-менее с такого расстояния. Но когда план еще крупнее, тебе показывают ее глаза, и они такие мыльные, но это же жопа, ну это же, ну как это вообще? Это же пипец какой-то. Так, я так понимаю, лута здесь быть не может, и нахер он тут не нужен. Лады. Бегаем мы, конечно же, самостоятельно. Автоматически подниматься по лестницам — это не для нас. Лут. Лут существует. Что ж, ладно. Тогда имеет смысл, наверное, что-то обыскивать. Но есть нюанс. Нет карты. А если нет карты... Значит, обыски станут проблематичнее. Это плохо. Такое я не люблю. Но... Кошмар. Оп, стоять. О, я ее слышу. Можно спрыгнуть? Нельзя. Вот она. Лилия! Осторожней. Да я разберусь. Я знаю, как лочить врагов. Спасибо. Давай, лево. Давай его. Можно делать додж в воздухе? Зачем? Она устает, кстати. У нее станина есть, походу. Какая-то невидимая. Но, походу, есть. Нет, стамины как таковой нет. Просто она делает 3 доджа, и это ее максимум. Больше она не сможет. Не уверен, чем это обосновано. Тупое какое-то, по-моему, максимальное решение. Лучше бы делали Dark Souls систему RPG-шную классическую. Когда у тебя есть стамина, ты можешь развлекаться. Держите RB. Нажимайте все кнопки подряд, чтобы активировать скилл. Скилл на откатах. РБ. Икс. Воу. Приколдес, ладно.
Чавось. Даже платьице не помяла. Она вообще без трусов. Я знал, что ты меня найдешь. Но все равно страшно было, что я никогда тебя больше не увижу. Спасибо, что спасла. Рада помочь. Саппорт скиллы. Держите. Так, это я знаю, как работает. А что за саппорт скиллы? Это мои скиллы. А саппорт скиллы? Гость Лирия. А как ей пользоваться? Как вообще гостями пользуются? Кто-нибудь знает? Хай! Я тоже так умею. О. Тут какой-то дурацкий, на самом деле. Его слишком много. Я камни собираю, буквально. Что-то такое. О! Вот это сюда, вот это нормально. 89 рупий и ветряной осколок. Так, чё? Элементальные свойства. Ну, это понятно. Получают урон по элементалям. Словно уязвимости. Ах ты гнида. Ах ты тварь. Ой. Не получилось, не про канал, ладно. Что мне с этим делать, гниды? А им похер, по-моему, абсолютно. Ну-ка, слез! Ай, да... Она сказала ТикТок только что? Левел ап? Что? Здесь есть уровни? Надеюсь, они автоматические. Потому что это было бы мега странно. У тебя полуролевая система и уровни, которые ты качаешь сам. Как бы, зачем? Игра позиционируется как... ну, такое. JRPG. Как бы. Я, конечно, не утверждаю. Но, по крайней мере, пока что это выглядит именно так. А когда игра раздваивается, начинается, ой, левел ап, иди качай левел, ну такое себе, конечно. В отряде у нас может быть 4 человека. Здесь есть деньги какие-то, души, тушенки, инвентарь вот есть, спелбухи, оружие, портенза. Так, есть какие-то еще ключевые предметы. Связь жизни, жизненная связь, дневник Лиры. Воздушная карта. Вернее, ее кусок. Не, кусок воздушной карты. Так, и журнал у нас есть. Прямые заметки. Коллекция музыки. Ясно! Понятно. Продолжим. Интересно, а что за шкала 39%? Ой, это меня зовут. Это была Кат, Катарина. Вернее, Каталина. Вроде говорит Катарина. Эй, кто-нибудь есть? Я слышал Ракама. Ракама. Ракама тут. Вот это ты зря, конечно.
Интересно, эта мультяшная драконика драконяка вообще вырастет в нормального дракона или... Мы так и будем заниматься вот этим вот. Окей, его уязвимость точно не в воздухе. Определенно. О-о-о. Квакодайл. Это квакодайл. Приперлась. Я и один прекрасно справлялся. Чего они пришли? Мешают мне. Теперь вообще фу отрядом. Лупимся. Они реально мне мешают. Так, стангауч. Наполняется полоска стана. Тогда он получает урон. Заполнится. Триггернется линк шанс какой-то. Нажать Б. Ладно. Что я только что сделал? Так, если выполнять линк атаки, растет уровень связи. Получаешь временный баф. Ну... О. Кажется, он разозлился. Оверрайт. Для меня, в принципе, ничего не меняется. Просто гнобит скотину и все тут. Свои приколы. Опс. ЛСРС вместе, когда Skybound арт заполнен. Там даже малявка что-то делает. Так он не умер. Добейте, тварь. Нет. Прикольно. Monster Hunter World поиграть. Я так рада, что мы справились, что вы пришли вовремя. Так. Вот прикол. Его бьют. В лицо ему выстрелили, а на нем ни одной царапины. Ни капельки крови не брызнуло. Что без нас решили поразвлекаться. Да. А, похоже, больше нет причин для волнения. Спасибо за спасение, Евген. Лирия, теперь по поводу того, что случилось с Бахамутом.
Ты его контролируешь же, да? Ну, наверное. А чё он взъелся-то? Не уверен. Так, ну если мы будем тут торчать, то ничего хорошего из этого не получится. Может быть, обратно пойдем в Гранд Сайфер? Согласен, Сло. Лучше выдвигаться сейчас, пока монстры не пришли. Может быть, тогда пойдем по этой тропе. Мне кажется, она приведет нас к ближайшему городу. Конечно, не самое идеальное место. Вернее, разве это не самое идеальное место для того, чтобы побольше изучить Зега Гранда? Что насчет Гранд Сайфера? Гранд Сайфер он за этими горами, которые позади этого леса. Это, видимо, наш корабль. Последний бой в небе знатно его потрепал. Требуется серьезный ремонт. Тогда пошли в город. Интересно, есть ли у них там какие-нибудь вкусные яблоки? Все время ты о еде думаешь. Сама-то, сейчас родит. Вы смотрите, кто заговорил. Что-то у меня живот не вовремя начал урчать. Вы слышали живот Лирии? Погнали в город. Действительно, какие-то немышные диалоги. Ну, погнали. Ладно, хоть лутать ничего не надо. Кроме вот этого говна. 100 пудов камешек. А, нет, смотри, как клык. Или коготь. Ой, смотрите, дома. Задник просто нарисованный. Контролирует Primal Beast'ов. Потрясающе. Великолепно просто. Мы, кстати, на кодировании 4 кадра пропустили. Забавно. Ух ты! Ушастые фурии. Почти. Это интересно, кто это? Люди Лани или нет? У кого еще такие огромные уши? Неплохой городок. Ой, смотрите, это же воздушный корабль. Наверное, у них тут торговая сеть есть развитая. Напоминает мне о старом добром порте Бриз. Надо поискать место, где Лирия сможет отдохнуть. Чего они так печутся? Но я в порядке. А я вот устала. Вернее, у тебя был сложный день, не загоняй себя. Может, в новом городе я бы посмотрела, походила. Решает же это. Да чё я-то сразу? Да, пошли гулять по городу. Откуда у вас столько энергии берется? Чувак, просто им не 30 лет. Ну, я думаю, в этом нет ничего страшного. Я пока пришвартую Гранд Сайфер. Где-нибудь здесь. А я пойду выпивку проверю местную. Мы только что попали сюда, и ты уже пошел бухать. Чего? Я заслужил освежающий коктейль после долгого дня, после долгой прогулки. Ничего-то не заслужил. Да ладно вам.
В общем, как нас смотрите, я буду вон, вернее, встретимся вон в том большом здании. Это что, местная церковь, что ли? Что? Фолька Фронтир Таун. Город фронтирский. Чё это? Архивы. Вау. Мечты сбываются, мечты сбываются. Какие-то дети, по которым ходить нельзя. Очень жаль, очень жаль. Кошак. Погладить нельзя. Да он есть. Не уверен, плюс это или минус. Миссионы. О. Пойдемте поговорим с человеком Фури. Хотя не факт. Ты действительно жизнь спасла. Увидимся в следующий раз. Да не за что. У этого гнома есть попугай. Что думаешь? Сайра. О, это же Лирия и Джита. Потрясающе. Вы смогли тоже добраться до сюда? Пройдет весь путь на Скайдоме. Я везде. Везде, где есть деньги. Это маленький гном-еврей. Закуски для всех путешественников. Так. Можно купить осколки. Один. Кстати, здесь есть кузнец. Неплохое оружие делает. Пойдем проверим, что он там за оружие делает. А, ты, наверное, та, кого Сейр упоминал. Давай для тебя проведу экскурсию. Апгрейд оружия. Свое. Да, левелап. Три. Энхэнс. Чё? Энхэнс. Ну. А. А нет. Так, полезные дома и всё такое. Вернее, точка интереса. Так, ну вроде все. Здесь можно прокачиваться, все такое. Ты что хочешь? Человек-бык. Сайт-квесты. Айгис 2, Сильверкей. Палец голема. Ладно. Почему бы нет? О, мадам, подождите. Не обходите меня. Я непрозрачный. Она ходит сквозь нас. Дай трусы посмотрю. Блин. Ну, покажи. Что, тебе жалко, что ли? Вон они, вон они. Они черные. Я видел, они черные. Они у нее есть. Обычная телка. Ну, в смысле, ушастая. Неважно. Ну, как таковой карты здесь, конечно же, не существует. Зачем это нужно? Тоже загадка. Может быть, здесь есть кооператив, конечно, я не уверен. Но все-таки. Угу. Скиллы можно назначать, причем не только себе. У этой хил есть. Огонь. Угу. Призывы всякие. Понятно. Ясно, понятно. Ну, что я могу сказать? Игра в целом плюс-минус интересная. И, может быть, я в нее даже поиграл бы еще. Сейф, да. Но. Продолжим мы с вами в следующий раз. Ну, а пока что такие дела.